Аллилуйя. Как-то трудно продолжать уже. Сразу вспоминаешь свою свадьбу и моменты такие. Слава Богу, это так чудно, что Господь создал. Это так чудно. А как сегодня дьявол в мире орудует, разрушает это все, сделает людей несчастливыми. Я думаю, какие счастливые дети и люди, которые вырастают в церкви, которые видят истину, правду, послушаются и покоряются, не испачкают свою жизнь, но начинают ее правильно. И там благословение за то, что ты и я боролись, когда пришли к Богу. Оно у них уже есть. Жизнь фактически уже благословлена Богом. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Иисусу! Еще я хотел бы сегодня, немножко продолжая, сказать о зеркале Якова. Все вы знаете это место из первого послания Якова 21-25, где он говорит о зеркале, о том, что мы... И еще одно место, это 2 Коринфянам 3-16, тоже говорит о том, что мы, взирая на славу Божию, мы меняемся Его славой. И воистину, это всегда, когда в нашей жизни... Мы с Айей, когда я сам боролся за какие-то свои вещи, пока я даже Слово Божие знал и даже хотел поступать по этому Слову Божьему, все равно сила, самая большая сила приходила тогда, когда я искал Божьего присутствия, приходил Его присутствие, наполнялся Его славой, когда Его радиация буквально проникала в меня и выходил оттуда совсем другой человек. Мы как-то совсем перевернули все наоборот. Мы хотим делать дела сперва, как бы для Господа, рвемся что-то из себя, служить Ему как-то. Но самое главное, все-таки встретить Его. И тогда уже, когда встретишь, знаешь, дети рождаются у жены, у мужа. Не тогда, когда жена этого сильно хочет одна или муж сильно хочет. А рождаются дети, когда они встречаются с друг другом, когда они познали друг друга. И потом образовывается плод, и этот плод вырастает, потом мы видим, плоды выросли, дети выросли. И вот так у нас с Богом. Само по себе ничего не может образоваться. Ты можешь кончить хорошие библейки, ты можешь знать много Слова Божия. Но когда ты встретишься с Ним лично, когда ты встретишься в присутствии Его, вот тогда в твоей жизни происходят перемены. Я когда-то раньше очень сильно получил такое откровение через одного проповедника, что доллары, когда доллары, она самая большая, как бы фальсифицированная валюта в мире. Доллары, это потому, что у них есть ценность. И всегда вот когда в христианстве мы видим людей, служителей, Есть такие фальшиватые, как бы, и есть ценные, которые увидели Бога, которые встречались с Богом. И когда-то я слышал одного проповедника, как он говорил, что вся его проповедь – это зайти в присутствие Бога, наполниться Его славой, и потом прийти в церковь и буквально взорваться этим, чем Бог наполнил. Вот это и есть проповедь. Проповедь даже не надо составлять, это все Слово Божие, оно должно жить в тебе внутри. Но не скажем, что не надо составлять, надо Слово Божие тоже, чтобы было и все. Но Господь дает ту жизнь, которая она в тебе. И вы знаете, Господь нас проводит и дозволяет проводить через трудности какие-то нашей жизни. Есть особенная краска для тебя, как где печатают деньги, там есть уникальная краска, где в другом месте ты ее не найдешь. Там есть уникальная бумага. Вот эта уникальная бумага – это ты, новое творение. А это уникальная краска и пресс, и оборудование, все. Вот это присутствие Божие. Присутствие Божие. Господь рисует в твоем сердце именно что-то уникальное. И мы никогда не будем одинаковые. Один человек приходит, он говорит так, другой приходит, он говорит так. И знаешь, в Советском Союзе нас научили как пионеры, все должны быть одинаковые. Если тот не молится, как этот, если тот не проповедует, как этот, это значит, что это не наш. Но это не так.
Один человек может приходить просто молча. Я помню, один раз услышал, когда в одной конференции там молодые приходили и орали, и провозглашали, и все, и такая победа была, все. И сидит старичок такой, старенький муж Божий, который очень много пережил с Богом в своей жизни. И он сидит и слушает все, и аплодирует, и радуется, и все. И в конце концов этот пастор этой церкви сказал, ну, может, вы скажете какое-нибудь слово, выйдете. И он вышел, он даже ему ничего говорить не надо было. Он просто вытянул, простер руки свои и сказал, Господь, Отец мой. И слава Божия сразу накрыла это помещение. Иногда проповеди даже не надо, когда ты был в присутствии Божьем. Божие присутствие просто накрывает тебя. Я помню, как-то я один раз постился, молился дома, искал Бога. Очень сильно, это была сильная потребность. И ко мне пришел один человек тоже, молодой христианин такой. Но он еще был как бы немножко связанный. Он зашел ко мне и так, и он чувствует эту атмосферу, чувствует это Божие присутствие, помазание. Он говорит, мне жарко. Я не могу тут, мне жарко. Мне что-то на меня давит, что-то на меня. И он потом, в самом конце мы уже говорили, он так, ай, и он вышел, он не мог выдержать этого. Всегда, когда ты ищешь Бога, будет присутствие. После того, когда ты ищешь Господа, ты сможешь ободрить других людей. Я говоря про это зеркало Иакова, я когда-то раньше очень сильно ошибался. Я думал так религиозно. Тут он говорит, что... Я сейчас найду это место. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротость и примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие сами себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, как он выглядит. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, пребудет в нем, тот будет не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». И вот вы знаете, я раньше как-то думал, что это Божье зеркало вот такое, что я, когда сделал что-то плохое, когда что-то плохое происходило, проявлялся мой плохой характер, я должен был идти к Богу, пред Его в зеркалом стать, в Его славе, увидеть свои эти все. Я когда-то даже проповедовал так вот. У нас церковь была такая в темном помещении сперва. И когда ты заходишь туда, не видно, там побрился, не побрил, помылся, не помылся. Там все такая темнота довольно большая была. Но когда ты выходишь на солнце сразу буквально, я так проповедовал. Вот перед Господом ты увидишь все свои прыщики, все. Но потом как-то один раз Господь, когда начал касаться моей жизни очень сильно, я понял, что Господь показывает в этом зеркале не меня, Он показывает тот новый образ, который в Иисусе Христе дал Он нам, тебе и мне. И вы знаете, когда те, кто компьютерами занимается, очень хорошо поймут это, когда в диск записываешь какие-то программы или ну, всю полностью, весь пакет программ, ты записываешь, это называется образ. И когда ты его ставишь в диск, в компьютер, этот образ сразу отображается там и буквально инсталируется в этот компьютер. И вот такой образ у Бога есть для тебя и для меня. И так как чистый латмус со чистым сердцем должен приходить к Нему, и Он этот образ, который у Него есть в славе, ты там не увидишь даже своих грехов. Грехи, они будут омыты уже кровью Иисуса еще в святилище, еще перед тем, когда ты зайдешь в святое святых. Когда ты зайдешь в святое святых, ты увидишь славу Божию, ты увидишь ту победу, которую тебе дал Иисус. Это, наверное, то самое сокровенное место, которое нам надо добиться, ходить туда. Я помню, Бенни Хин рассказывал, когда он его в жизни Господь дозволял такие вещи, которые буквально ему казалось, что они разрушают его. И он проповедовал такую проповедь, что лань, как лань желает воды, так моя душа, Господь, жаждет тебя. И он говорил, что лань, когда она желает воды, это не то, что она пить хочет. Это мы иногда так думаем, что мы пить хотим, мы так Господа хотим. Но нет, лань желает воды. Это тогда, когда за ней гонятся волки, когда за ней гонятся обстоятельства, которые готовы разрушить ее. И лань тогда запрыгивает в воду, и там в воде ее спасение.
И вот иногда Господь так дозволяет в нашей жизни ситуации такие, когда тебе просто некуда деться. Как Моисей, ты скажешь, стоишь, скала с одной стороны, скала с другой стороны, враги сзади, спереди слава Божия. Вот это то место, куда тебе надо попасть, потому что там твое спасение, в присутствии Господа твое спасение. Ты никак не победишь сам один, даже зная Слово Божие, даже зная, может, много проповедей слушая. Это все помогает, это все нас направляет. Но на Слово Божие оно должно вжить в твоем сердце. Оно должно стать живо. Когда выходишь от славы Божией, ты вы помните, в советское время были такие, когда посылаешь, может, и даже сейчас есть, я не знаю, когда посылаешь пакет какой-нибудь куда, или письмо, там ставят такое вещество такое, я не знаю, коричневое, как оно называется, потом штамп ставят. И буквально вот когда заходишь в присутствие Божие, Господь ставит штамп на твоем сердце. Вот я вижу, что это самое ценное, что может быть, потому что самые истинные, сильные плоды произойдут от этого, что ты встретишься с Богом. Когда он тебе дозволяет в твоей жизни такие обстоятельства, когда вот этот воск твой становится горячим, когда ты перед Господом буквально склоняешься, и как Израиль перед городом Ая, по-моему, это было, когда их сердце, как вода, разлилось перед Господом, и Господь тогда их направил. Вот надо нам в жизни такие моменты. Не происходит все это просто так. Эта проповедь, наверное, когда говорят о том, что проходим через страдания, чтобы обрести славу, это никому не нравится, потому что есть цена. Чтобы обрести Божие присутствие, есть цена. Я как-то помню, один проповедник был, когда он проповедовал про славу Божию, как он обрел, и потом он вызывал спереди, вперед служителей разных там, кто хочет двойного помазания. И когда он молился так, что Господь, они хотят двойного помазания, дай им беды вдвойне, как мне, дай им нападение дьявола, дозволь, вдвойне, как мне. И потом, когда он кончил молиться, никого не было. Потому что все это приобретается в борьбе. Когда ты сидишь в теплице, когда ты сидишь в церкви и слушаешь Бога или Божье Слово здесь, это невозможно так. Когда ты проходишь через жизненные страдания, когда ты заболеваешь, когда дьявол на тебя нападает, когда тебя экономика разрушается, может, в семье становится колебание, начинается. Вот тогда, как лань, твоя душа требует Господа, потому что там только твое спасение. Потому что ты понимаешь, тебе даже пастор не может помочь, тебе даже церковь не может помочь, тебе только есть одна персона во всем универсе, только это один Господь Иисус Христос, Его присутствие, Его слава, вот туда я сейчас помчусь, и там я приобрету все, что мне надо. Аллилуйя! И одна такая проповедь у Бен Хина очень хорошая есть, когда он показывал, как приходит слава присутствия, в славу Божию, и там сам Бог возлагает руки, преобразовывает человека, и тогда победа, все это проявляется. И выходишь тогда из славы Божией, ты уже с авторитетом, победитель. Я думаю, нам сейчас очень много надо. Перед нами, как перед церковью, стоит очень большие задачи. Я верю, что Господь просто сейчас время пророческое, что Господь призывает церковь подняться, как никогда в силе Его, отвергнуть себя, оставить все свои пути, искать Его присутствие. Но чтобы в этом войти, может быть, в твоей жизни придут гонения, которые тебе не понравятся, атаки, которые не понравятся. Я думаю, что сегодня даже экономические трудности, которые приходили в этом году, в 2010-м, они очень много людей поставили на колени. Я знаю таких христиан, у которых до этого был хороший бизнес, и они вообще-то не очень так служили Господу, но приносили большие десятины, говорили, и все видели, это все это было очень славно, и все. И вдруг пришел день, когда пришло это экономическое разрушение, когда буквально проверялось, на чем стоят эти люди, те, кто стояли на твердом основании, которые искали Бога, которые верили Богу, служили Ему и ходили перед Ним, они устояли. Эти экономические кризисы прошли мимо них, они стоят. Я вижу таких людей в моей церкви, они стоят, и они даже в это время процветают, когда кризис вокруг, они процветают, и их жизнь идет вперед, потому что они сильны в Боге. Это есть время, которое проверяло буквально. А что, если еще дальше что-то произойдет в мире?
Что если эпидемии разразится? Что еще, если какие-то апокалипсы здесь начнутся? Ты и я, мы посреди этого. Нам надо стоять сильно и твердо в Господе Иисусе Христе. Как никогда мы сегодня должны облечься в Его силу. Не хватает нам только прославлять и только славить Его. Это все хорошо, когда мы славим Бога. Но нам еще надо утвердить свое сердце в Слове Божьем. То, что Бог говорит о нас. Если Он в Ефесянам говорит об этом всеоружии Божьем. Послушайте, я прочту это в Ефесянам, вы знаете все это, 6:10. «И, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Единственное, в чем мы должны быть сильны, это в могуществе силы Его. Еще места некоторые говорят, что в благодати Его, там наша сила. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против казней дьявольских». Знаете, у него есть план. У него есть очень хорошая организованная структура. И он старательный. Он воистину работает против церкви, против верующих. И у тебя нет надежды, если ты не становишься сильным в Господе. Он может преодолеть тебя, он может остановить тебя. Мы видим даже в Библии, даже Павел, который был довольно совершенен, который был на третьем небе и был перед Господом, слышал такие слова. Он в одном месте говорит: «Я хотел идти к вам, но дьявол меня остановил». Были какие-то вещи, когда ему надо было победить это все. И мы видим Павел, когда он в Азии служил, там было даже такое, что он до смерти уже себя предал Богу. Он думал, что его убьют, что все уже, его жизнь кончила. И они прошли через такое. Но посмотри слова его, какие потом. Он говорит: «Господь нас спас, и впредь Он нас спасет». Знаешь, когда он, человек, прошел через эти страдания, облегся во всеоружие Божие, в правду Бога, правду и в истину, которую нам говорит Иисус Христос, всю ту броню, которую Он нам дал, когда ты это приобретаешь, ты уже не поражаем. Но это не приходит просто так. Ты знаешь, любой борец скажет, любой боксер скажет: «Ну вот у меня такие приемы сегодня, драчунов». Но любой борец себе скажет: ты можешь выучить самые лучшие приемы. Ты можешь научиться бить как надо, скажем, в боксе. Выучить смотреть, как соперник бьет. Но когда у тебя нету спарринга, когда не стоишь против соперника и не применяешь этого, этому нету пользы. Тебя победят просто. Ты можешь выучиться библейкой, как все. Но Яков говорит: то, что ты выучил, то, что ты познал, то, что ты перед Богом узнал, то, что Он говорил тебе, применяй в своей жизни. Ты должен применять, облечься в это все оружие. Мы иногда, как христиане, когда надо бороться, мы опускаем щит, потому что чувствуем, что все плохо. Чувство – это вагон, как локомотив вера, а вагон – это чувство. Чувства идут за верой. То, что если ты разрешишь дьяволу давить себя на чувства и будешь руководиться своими чувствами, как ты чувствуешь. Иногда люди говорят: о, я чувствую Бога. Я не знаю, Бог мне говорит в своем слове, что Он всегда со мной, и мне Его не надо чувствовать. Я сюда еду, я Его не чувствую, у меня все внутри волнуется, как будет проповедь, все. Но я знаю, что в слове написано: через оконь и воды ты пройдешь, но я буду с тобой во веки веков. Потому что суд поставил на Иисуса Христа. И я с тобой сейчас. Аминь. И просто верой мы проходим. И когда ты укрепляешься в этой вере, тогда дьявол тебя не может победить. Что же он говорит дальше? Есть начальство, потому что борьба наша не против крови и плоти, а против начальств и властей. Вот это, которое я рассказывал вам, этот случай в Талсах с Барентеса. Это же была борьба против начальств. Мы же не ходили к этим людям и не доказывали им там ничего, и не говорили: да, мы сделали, что надо. Но это была сперва борьба в духовном мире. И когда там прорыв был, победа, мы просто в это вошли, а они были полностью все поражены. Вот так и есть наша жизнь духовна, наша борьба духовна. Она не физическая, она духовна. Когда мы облекаемся во всеоружие, берем в руки меч Божье Слово, и ставим перед собой щит веры над своей семьей. Иногда мы допускаем сильные ошибки, когда мы верим, служим сами, верим за себя, забываем про детей. Так случилось с Бенехином и еще со многими. У них дети отошли, вообще были в миру и сказали: нам такого Бога вообще не надо. Дьявол их украл и поразил. Мы, как верующие, сегодня должны щит свой ставить над детьми каждый день.
провозглашать, что Бог наш не только над нами, но и над нашей семьей. И я не отдаю тебе, сатана, своих детей. Они служители Божьи. Они уже сегодня призваны, не завтра, не когда-то, а сегодня у Бога есть план в их жизни. И я провозглашаю, что этот план реализуется в их жизни. Аллилуйя! И не смотри, что сегодня может обстоятельства. Может, твои дети где-то еще в миру хотят погулять. Твоя вера заставит их прийти обратно в Божий дом. И они придут, я тебе говорю, в Божий дом. Нет другого варианта. Только если ты позволишь, начнешь сердиться на них и по-плотски бороться, вот тогда они уйдут от Господа. Нет вариантов. Если ты начнешь эту борьбу, эта борьба уже побеждена. Потому что в Иисусе Христе эту войну мы уже победили. Просто когда ты не разрешаешь дьяволу лгать, не принимаешь его ложь, ты уже победил эту битву. Все твои долги, которые ты сегодня допустил. В Библии сказано, что Иисус Христос пригвоздил все твои долги ко Христу. И я провозглашаю тебе сегодня, пусть они даже есть у тебя, но они уже не твои. Аллилуйя! Твое сегодня благословение, и завтра будет благословение. Завтра изливается благословение на твой бизнес, потому что Бог с тобой не из-за твоих хороших дел, не из-за твоего, что ты ходишь в церковь, а из-за того, что Иисус Христос принял на Христе твое проклятие, Он стал проклятием вместо тебя, чтобы ты был благословением. И сегодня скажи себе, я благословение, и вся моя жизнь благословение, и все мои дети благословение, и вся моя плоть благословение. Аллилуйя! Потому что Бог со мной, я победил эту войну. Благословение приходит. И пусть, как в книге Даниила написано, там чуть-чуть под небесе дьявол что-то сопротивляется. Но когда ты стоишь и ждешь, твои глаза горят и смотришь на Бога, Бог заставит ангелам прийти. Если там кто-то не преодолеет чего-то, он пошлет другого ангела, и они все преодолеют. И благословение придет для тебя. Потому что Бог это обещал. И Бог не лжец. Он не может лгать. Он говорит, если что-то в Библии, это да и аминь. И поэтому Павел говорит, все обетования, да и аминь во Иисусе Христе, они исполняются в тебе. Как ты сегодня сидишь и радуешься перед Богом, так благословение исполняется прямо сейчас в твоей жизни. Завтра они проявятся, послезавтра они проявятся. Вот это твоя вера. Вот так стой и верь про свою жизнь. И не поддавайся дьяволу. Он пытается тебя уговорить. Ну, немножко поиграем, проиграем. Немножко вот сейчас подумаем, поскорбим немножко. Так трудно тебе. Ты ему скажи, знаешь что? Пошел вон от меня, иди скорби один. У тебя проклятие, у тебя ад, и ты будешь в огне гореть. Тебе надо скорбеть воистину, иди один скорби. А у меня победа, мой путь идет на небо. И Бог со мной, и победа со мной, и ангелы со мной. И ты, дьявол, ничего мне не можешь поделать. Ты ничего не можешь в моей жизни. Ты не можешь в болезни прийти. Ты не можешь в экономику прийти. Потому что моя экономика в Боге. И я собстою в Иисусе Христе. И дьявол, если ты хочешь прийти в мою жизнь, тогда справься сперва с Иисусом Христом. Попробуй. А я не буду высовываться и с тобой бороться. Потому что я победитель. Вы знаете, на улице, когда ребята дерутся, очень... Обычно, ой, это достойно, когда против тебя, против противника, что ты обращаешь на него внимание. Я давно уже замечал, что есть вот такие ребята, которые так самоуверены в себе, что они даже не обращают внимания на некоторых, которые там выпендриваются, все. Они так уверены в себе. Вот ты такой должен быть. Не надо сразу чуть что-то тушилось. Дьявол, дьявол, пошел он. Ты знаешь, иногда на него внимания не надо обращать. Встань просто, руки так сзади, поставь и скажи, ты все равно проиграл. Мне даже бороться с тобой не надо, ты уже проиграл, потому что вышел против меня. Разве ты не видишь, я стою в Иисусе Христе, в Его броне, и ты это не можешь поразить. Болезнь, ты это не можешь поразить. Каждая моя клетка освящена кровью Иисуса Христа. И генетика во мне сегодня Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя!
Победа Его сегодня во мне. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Иисус великий. Это, знаешь, это самое большое пренебрежение и позор противнику, когда ты даже не борешься с ним, стоишь сзади, руки поставил и смотришь свысока на него. Смотри свысока на дьявола. Не уделяй ему слишком много времени. Иногда надо в духовном мире, когда чувствуешь, что его есть какое-то присутствие, где-то он старается залезть. Надо разрушать. Но все дела уже Иисус разрушил. Аминь. И тебе просто, когда облекаешься в эту его победу, прочтем дальше. И все уже, наверное, к концу все движется, к победе нашей. И ты пойдешь и будешь побеждать. И завтрашний день будет прекрасный день. Слушай, народ Божий, если Израиль вышел из Египта, богатый, здоровый, когда они вышли в пустыню, Господь их повел, ты сегодня такой же. Если в Старом Завете это было, слушай, в Новом Завете, это 10 раз больше. Аллилуйя. И ты сегодня в победе. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы смогли противостать в день злой и все преодолев, устоять. Но это действие, он говорит, облекитесь. Если он говорит, облекитесь, логика мне подсказывает, что можно и не облечься. Будь совершенно противоположным. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облекитесь в броню праведности. Знаешь, истина. Это как пояс. Если у воина, в Старом Завете, допустим, они очень хорошо, наверное, это понимали сейчас уже. Но, может, кто в армии служил, тоже понимает, что когда у тебя нету пояса, когда ты не пристегнул это все, у тебя там есть и магазины, и пистолет, и все причиндалы, там, и фляжка, и все. И она, ты бежишь, а оно все там болтается. И ты буквально в два раза больше теряешь сил из-за того, что не припоясан. Тебе просто надо припоясать, и тогда ты строгий воин, и бежишь, и ничего не болтается. Вот он говорит, что это пояс истины, это истина, то, что Господь говорит о тебе и о мне. Амин. Это истина, которую ты должен припоясать, не забывать никогда, не смотреть на обстоятельства, что они тебе говорят, даже на соседа и даже на жену, извиняю. Надо слушать Бога и Слово Его, потому что иногда дьявол использует даже твоих домашних, чтобы тебя остановить. Бывают такие времена. Я люблю тебя. Все в порядке. И даже в церкви иногда тебе кто-то может нечаянно так слова какие-то сказать, которые тебя разрушают. Это все возможно. Но когда ты знаешь истину, когда пояс пристегнул, сказал, отойди, брат, я все понимаю. Я иду вперед. Я очень целеустремлен и направлен. Я не собираюсь долго беседовать на какую-то тему. Мне надо идти и побеждать. У меня есть свое задание. Аллилуйя. Броня праведности. Слушайте, Иисус нас сделал праведными. Не дела наши, не даже то, что ты делаешь сегодня. Не из-за того, что ты здесь сегодня в церкви сидишь. И это все ничего. Это хорошо, что мы делаем. Это нам во благо идет. Но праведность наша может быть сильна только тогда, когда мы верим, что нам дана праведность Иисуса Христа. Он был праведен. И нам сегодня подарил Господь Его праведность. На себя ты можешь сказать. Я буквально, как Иисус Христос. Религиозный ум иногда трещит из-за этого. И люди не воспринимают этого. Но ты в Иисусе Христе, Библия говорит. Он тебе оставил свою праведность. И ты его праведность. И когда ты встаешь с утра и смотришь в зеркало, говори себе, я, Боже, твоя праведность. Я не грешник. Может, я вчера пал, но я сегодня не паду. Я твоя праведность. Ты со мной, твоя сила со мной. И когда ты вот как воин, вот это все так облегся, сатане уже намного труднее тебя победить. Обувь, благовествовать мир. Говори везде и всегда о мире. Ты не можешь говорить о мире, когда в тебе внутри нету мира. Ты сперва должен сам искать Бога и потом говорить другим об этом мире. Вы знаете, я испробовал многое. Я знаю, что у нас брат даже в церкви был, когда он проповедовал, у него узкая кухня, он загонял туда людей, садился сам туда, никто не выйдет, и он проповедовал им просто все время.
пока они не примут Иисуса. Они, конечно, принимали, но как? Куда ты денешься? Домой-то хочется. И когда он принял Иисуса, но потом он подальше от него, и все. И по улице он идет по другой стороне, а он убегает, потому что не хочет встречать, чтобы еще раз Иисуса не принимать. Так трудно, так это невозможно, понимаешь? Когда в тебе есть мир внутри, истинный мир, ты тем миром, который внутри, заходишь к людям, и твой мир касается их. И если Господь говорит так, Павел говорил, нет, Иисус говорил, если кто достоин этого мира, этот мир касается его, там останься, проповедуй, служи, и все делает нам. А тот, кто недостоин, отвергает. Иди дальше и скажи, но ты должен знать, что Царство Божие к тебе приблизилось очень близко в это время. И иди проповедуй дальше. Но мы должны нести этот мир. Это наше оружие. Когда мы мир другим несем, Господь еще больше нам мира дает. Я не знаю, я вот был у меня случай тогда такой, я вам, по-моему, рассказывал, я уже запутался, что я рассказывал, что не рассказывал. Уже все мои свидетельства, наверное, по второму разу пойдут уже скоро. Наверное, надо рассказывать то, что вчера происходило. И бывало, что меня Господь наполнял очень сильной радостью именно вот тогда, когда проповедуешь Евангелие. Это как наркотик. Пошел проповедовал, приходишь домой, все. И, типа, и жизнь радостная, и завтрашнее светлое, и все. Это оружие. Когда мы это делаем, это мы сами радостные. И мы должны переходить через себя. И слушай, церковь наполнится тогда. Будет до конца людей, все зал наполнится. Какая-то польза тоже будет. А паче всего возьмите щит веры. Вот это есть, знаете, есть такой щиток, может быть, небольшой такой, был у некоторых армий такой, маленький такой. Вот у некоторых есть такой, дьявол, ой, щиток такой. Он пытается то туда, то сюда. Он и семью, о, то туда, то сюда. А есть щит такой армейский, который великий, сильный щит, который накрывает полностью. Вот за этим щитом должна находиться твоя семья, у пастора церковь, у домашнего руководителя ячейки, все ячейки должны находиться. Дьявол не должен украдывать от себя людей. У тебя есть власть духовная, всем руководителям есть власть не позволять дьяволу эти вещи. Разрушать церковь, разрушать семью, разрушать дом, разрушать детей. У нас есть власть, слушай, мы победители. Мы эту войну уже победили, когда мы говорим дьяволу «нет». Амен. И этим щитом вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите. Шлем спасения. Голову берегите. Знаете, как ворона эта летает, и там, ну, летать-то она может, но только гнездо там не надо позволять ей делать. А то обкакает и будет очень некрасиво, и эти его мысли могут прийти. Они приходили, и во мне приходили. И даже недавно приходили. Они все время приходят. Потому что дьявол работает. Но ты должен отличать, что есть добро, что есть зло. Должен отвергать это все, что против Слова Божьего. Если дьявол тебе приносит на каких-то людей обвинения, или осуждение, или еще что-то, или там ставишь кого-то выше и ниже, ты знай, Божье Слово так не делает. Лукавый подошел к тебе. Если ты позволишь этим мыслям прийти в тебя, они поразят тебя. Не надо с ним заигрывать. Я как-то один раз понял, что очень опасно с ним заигрывать. Это злое существо. Очень организованное, злое и довольно умное существо. Он не глупый, он не дурак. Ему Иисус силу отнял. Но он немножко есть у него заторможение. Когда ты ему говоришь, дьявол пошел вон, он иногда не уходит. Но знаешь, как Иисус ему там раздолбал эту голову, да, он там, ну, так туго понимает, надо ему иногда побольше раз сказать. Но он все равно, потом он поймет. Но он не дурак, он знает, он разработал стратегию, а стратегия вся, она в Библии. Как пастор один раз сказал, мне очень понравилось, что права человека не надо защищать. Права человека защищены в Библии. Слушай Библию, и там все понятно, там все тогда хорошо. И духовный меч, который есть Слово Божие, духовный меч, Слово Божие в своей повседневной жизни. Я знаю, столько раз я опускал руки и смотрел на обстоятельства и думал, Господь, когда же ты меня сделаешь сильным? И сейчас я понимаю, что в таком состоянии, наверное, никогда. Потому что ты должен принять. Неужели мы не знаем Слово Божие? Неужели мы не знаем, в профессиях не слушали, что Слово Божие говорит про наши семьи, про все? Мы просто должны взять меч и вставать против дьявола.
И он убежит от нас. Яков говорит, встаньте против дьявола, и он убежит от вас. Он сперва будет говорить, что он не будет убегать, но он убежит, я гарантирую тебе. Он строит из себя только сильного, но он уже не сильный. Иисус ему отобрал силу. Сила у тебя больше. И как бы дьявол этого не хотел, когда полицейский стоит на дороге, ему надо, пускай там Лемберг съедет или кто, он просто жезл машет, он должен остановиться. Слушай, такая власть у тебя. Может, он тебя убить хочет, может, он злится, может, он говорит, ты не знаешь, кто я еще. Я знаю, кто ты. Ты под моими ногами, дьявол. И жизнь, в жизни моей победа Иисуса Христа. И я победил. Аллилуйя! Аллилуйя! И молиться всяким прошением и во всякое время духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством, молением о всех святых. Вот это и есть, когда, наверное, в церкви самое большое нужно – молитва друг о друге. Мы сейчас в своей церкви поднимаем молитву, и, ну, не скажу, что заставляю, но ободряю людей часто поститься. И знаете, такой результат. Это просто фантастика. Как они постятся, так дольше молятся. Намного больше. Друг о друге молятся. Я смотрю, люди расцветают. Приходит откровение. Все больше и больше. Знаете, сейчас, когда конференция была, в нашей церкви одна католичка пришла, молодая такая довольно женщина, и побывала. Я с таким немножко опасением. Знаешь, если с улицы просто человек пришел к покаянию, спокойно на сердце, все там, чистую бумагу, все хорошо будет. Но когда, знаете, бывает в религии люди иногда, у них там свои мысли такие, свое строение уже, и это же все разрушить надо. Я так думал, ну как она примет это все? И еще пастор, как понравилось вам это? Ду-ду-ду-ду-ду. Это тоже, знаете, разрушает немножко религиозные умы, потому что вся музыка, она сама по себе не может быть нечисто, кому поклоняешься. Вот что самое главное. Если ты Богу поклоняешься. Я даже в церкви, когда взял, у нас там труба была, вот девушка одна, я взял и говорю, ну как это кусок железа может сам по себе грешить? Когда ты через него поклоняешься Богу, так и музыка, звуками музыки. Кому ты поклоняешься? Если ты Богу поклоняешься, все в порядке. И там такая музыка еще агрессивная. Я думаю, как она это воспримет все? И едем домой, я смотрю, глаза горят. Все, она такое, да. Я говорю, как было классно. Вообще все, она еще на покаяние вышла. Я думал, она уже верующая такая, но она вышла на покаяние. И зажглась так. И где-то со своими там собратьями встретилась с какой-то церкви. Пастор ей говорит, ну, куда ты идешь, сестра? Она раньше была в Салдус, там жила, а служила в этом реп-центре каком-то, в католическом. Но как бы уже основание есть там все. А пастор говорит, ну, куда ты идешь? Да, в церковь нового поколения, в Талсе там есть. Ой, Господи, только не туда, иди в другое место. Она говорит, молчи, пастор, я там Бога встретила. И я там, когда пастор говорит, все живое, о жизни он говорит, я все понимаю, и мне все прекрасно, и я не буду тебя слушать, она говорит. И разозлилась меня. И зажглась девушка так, прекрасно. Это уже одно свидетельство, что там был Дух Святой. В этих служениях. Амен. От нашей стороны. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Давайте помолимся Богу и провозгласим эту победу, которую Он дал. У тебя есть все оружие. Задействуй это все сегодня. Скажи в свою жизнь, что у тебя все завтра будет хорошо. Аллилуйя. Поднимись на свои ноги. Воины не сидят. Это... Я тебя прошу, воины не сидят, воины встают и воюют перед Господом. Аллилуйя! И мы просто провозглашаем, Господь, эту победу над церковью. Сегодня над всеми церковями нового поколения в каждом городе. И во имя Иисуса мы провозглашаем, что эти церкви не разрушаются, а созидаются во имя Иисуса Христа. И они становятся сильными в Боге. Мы провозглашаем, что движение распространяется во все стороны, во все страны. Господь, во имя Иисуса Христа, пусть Твоя слава изольется. И мы провозглашаем над завтрашним днем Твою победу, Господь, аллилуйя. Мы провозглашаем на свои семьи, на финансы, на все провозглашаем.
провозглашаем полную победу. Полную победу в Иисусе Христе. И прославляем Тебя сегодня. Славим Тебя за завтрашний день. Потому что не будем беспокоиться. Потому что знаем, что в завтрашнем дне Ты живешь, Господь. И Ты царствуешь в нашей жизни. В каждых наших обстоятельствах. Аллилуйя. И сегодня я отказываюсь беспокоиться. Буквально отказываюсь беспокоиться о завтрашнем дне. Благословляю завтрашний день для Господа нашего. И Он работает в моей жизни. И там Его победа. И я завтра войду в эти плоды, которые для меня создал Иисус Христос. Я зайду в эти обетования. Я провозглашаю это, аллилуйя, в своей церкви, в своем служении, в своей семье. Я не последний человек. Я первый перед Господом. Аллилуйя. И в моих обстоятельствах ничего меня не может разрушить. Потому что я победитель в Иисусе Христе. Вся слава Тебе, мой Бог. И мы славим Тебя. Мы славим Тебя за завтрашний день. Мы славим, потому что слава Твоя сходит. Потому что елей Твой сходит. И обеспечение Твое сходит. Прямо сейчас. Слава, Господь! Наши задачи решаются. Наши проблемы решаются. Мы благодарим Тебя, Иисус. Слава! Аллилуйя! Аллилуйя! Кора шабала манара басандея. И мы благословляем церковь. Благословляем нашего пастора. Семью пастора, Господь. Мы просим Тебя, держи его в своих руках. И пусть откровение с неба наполнит его. И веди, Господь, все это движение. Веди, Господь, в эти последние дни против победы Твоей. Веди к победе Твоей, полной победе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Благослови во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя. Ты наш Бог. Ты наша истина. Ты наша жизнь. Ты наша праведность. Аллилуйя. Мы просто верим, что мы обеспечены, что мы исцелены, что мы благословлены. Мы просто верим этому, Господь, и славим Тебя за ангелов Твоих, за силу Духа Святого. Вся слава Тебе. Раз Ты нам дал Духа Святого по вере, то значит Ты все остальное сегодня даешь по вере. И мы верим, Господь, что слава Твоя приходит. Я процветаю. Я процветаю. Аллилуйя. Я процветаю во имя Иисуса Христа. Я процветаю в Боге. Я становлюсь сильным в Боге. Во имя Иисуса. Все жалкие дни прошли. Все жалкие дни просто прошли. Сегодня все новое. Новая победа. Новые победы. О, аллилуйя, Господь. Мы славим Тебя в завтрашнем дне. Все плохое прошло. Во имя Иисуса Христа. Вся слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Библия говорит во 2 Коринфянам 8 главе, что мы обогатились Его богатством, то есть Его нищетой. Он обнищал возле креста. Дети Божии, вы богаты. Вы богаты Его богатством. Его богатство прямо на небесах свисает над тобой. Небо буквально ломается, оно готово излиться на тебя. Просто поверь, и поток пойдет. Просто поверь, и поток пойдет. И сегодня, когда будешь жертвовать, жертвуй как верующий человек, что поток приходит. Поток финансов приходит. Аллилуйя. Не жертвуй это как бы трудно, когда закон исполняешь. Жертвуй как верующий человек, потому что это правда. Он ради тебя стал нищим, чтобы его богатство было дано тебе во имя Иисуса Христа. И если Бог Иисуса дал нам, что Он пожалеет для нас? Все приходит в твою жизнь. Это правда, это говорит Слово Божие. Это говорит то, что в Библии написано. И я верю этому Слову. И я не верю людям, которые говорят, нет, нет, еще какие-то условия. Нет условий! Иисус Христос был на кресте. Вот мое условие. И вот мой меч против дьявола и против нищеты. Я богат. Я обеспечен. И я жертвую, как обеспеченный, по своим возможностям. И как богатый во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.
Возьми свою жертву перед Богом и просто пожертвуй Ему с радостью, с великой радостью, потому что ты победил. Аллилуйя! Шира Рамасая! Господь, мы просим Тебя, благослови нашу жертву, благослови, потому что Ты стал нашей жертвой, Ты ради нас обнищал, чтобы мы обогатились. И мы сегодня, стоя здесь, верим и провозглашаем эту победу, и верим, что завтрашний день устраивается, Господь. И мы просим Тебя, дай нам еще больше семян в наших руках, потому что наша вера есть в сердце, и мы верим Твоему воздаянию во сто крат. Это придет в последние дни во имя Иисуса. Сто крат, аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Иисус. Иисус, Господь, вся слава Тебе. И Ты говорил даже, если что-то не будет на земле, так Ты это создашь ради нас. Ты создашь рабочие места. Ты создашь экономику Латвии ради Твоих детей, которые жертвуют и любят Тебя и верят в Тебя. Аллилуйя! Экономика нации поднимется только из-за Твоего народа. Мы благодарим Тебя, Господь. Славим Тебя за нашу страну во имя Иисуса. Аллилуйя! Соберем пожертвования. Аллилуйя, аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя, аллилуйя! Прекрасно быть Детем Божьим. Я иногда думал, как было бы жалко жизнь, если бы я пропустил тот день, когда мне проповедовали Иисуса. Ну, знаете, когда тот человек, который за меня молился, он поставил мне руку на голову. Я был в таком состоянии, что я как за соломинку схватился за него руку и прижимал сильнее еще, чтобы благословение приходило. Я этого не понимал, но сейчас я это понимаю, что буквально все нутро тянуло к Богу. И наше будущее у Бога, наше будущее у Него дома. Нас великая награда ждет на небесах, когда пройдем через эти трудности. Но сегодня мы должны следовать за Ним. У нас есть много работы, много городов, много мест, где надо грешники, чтобы каялись, чтобы приходили в Царство Божие. Аллилуйя! У тебя есть призвание, церковь. Я еще хочу сказать, что в Талсах 24 августа мы все копируем, что в новом поколении. Мы тут копии, а там пейст. Все делаем. И мы делаем такой курземский котел. Курземский котел в хорошем смысле. Огонь загорается. Приглашаем все церкви, которые в Курземе. Не только новое поколение, но все, которые смогут, которые примут нас. И уже общаемся, уже будем делать 24 августа такой молитвенный день, 4-5 часов, может даже больше. И в следующем году уже думаем буквально конференцию сделать 2 дня, чтобы зажечь, перейти через границы каких-то церквей, эти все канонические, которые, потому что у нас один Бог, много братьев и сестер. И мы верим, что в Курземе грядет большое пробуждение. Я когда в прошлом воскресенье начал служение, я буквально, закрыв глаза, смотрел на Бога внутренним своим. И знаете, в изображении, я этого не думал, не мыслил так, но в моем воображении пришло такое, такая сцена. Я увидел город, ну, неестественный город, и не такие дома, как в Талсе, но такой вот схематический такой. Я видел город, и между этими домами такие улицы длинные, и все они идут во все стороны. И вы знаете, Бог сказал, что потекут в народы в Талсе, потекут народы с селов окружающих, и придет пробуждение. Я видел, по этим дорогам идут люди к центру, идут поклоняться Богу. И воистину то, что Господь сказал через нашего пастора, что придет время, когда будет поклонение, праздник и поклонение. В Талсах отремонтировали эстраду на 5000 мест. Там грядет поклонение. Европейские деньги взяли, они сделали эстраду. Молодцы! Скоро приглашаем лучших музыкантов. И будем прославлять Бога. Так что Курземе, руле. Аллилуйя! Господь, благослови во имя Иисуса. Мы просим Тебя и провозглашаем имя Твое, Господь, и силу Твою, и обетование Твои на эти пожертвования, Господь, во имя Иисуса Христа.
Мы верим. Мы верой просто сейчас принимаем, что разрушаются дела дьявола, и просто что он уходит от семей. Уходит каждый этот пожирающий жук во имя Иисуса Христа. Пошел вон, сатана, из наших жизней. У тебя нет ничего общего с Божьей славой, а мы в Божьей славе, а мы благословлены во имя Иисуса, а небо открытое над нами. И все это во сто крат возвращается в наши жизни, потому что Бог сказал во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. И в Малахии сказано, что Ты, Господь, у Тебя есть книга на небесах, где Тебе записаны все пожертвования, все жертвы, все, что принесено в Тебе, к Тебе, Господь. И что придет день, и этот день грядет, когда Ты покажешь, что есть разница между теми, которые Тебе служат и которые Тебе не служат, Господь. Воистину, пусть это слово исполнится во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И пусть слава Твоя опустится на Твоих детях. И над этими проблемами мы провозглашаем сегодня тоже Твою победу, Господь. Аллилуйя. Твою победу над каждой этой запиской, над каждой именем, над каждой проблемой в жизнях людей. Мы сейчас в одном духе, Господь, в одних мыслях провозглашаем полную победу и разрушаем всякие проклятия, всякие дела дьявола во имя Иисуса Христа. И мы противостоим Тебе, дьявол, и мы повелеваем Тебя, отстань от этих людей во имя Иисуса. Плоть, будь исцелена! Здоровье, приходи во имя Иисуса, через кровь Иисуса Христа. Мы просто провозглашаем это и славим Тебя, Бог. Славим, что Ты слышишь каждую нашу молитву. Славим Тебя, потому что Ты уже победил, и дела Ты уже приготовил. И мы славим Тебя за этих людей. Мы славим Тебя за ангелов, которые приходят к ним. Мы славим Тебя за Духа Святого, который касается сердец этих людей. Мы славим Тебя, Бог, Ты царствуешь. Ты царствуешь, и народ Твой верит. Вся слава Тебе, аллилуйя. Кура лама шаката марабахатея. Глоуре шекете маната рабаката махатей. Бляша катаманакия рокоманаха. Лосукумене менехето короманаха. Лосуверене мене шигала манаха. Лоскиджем блесси мажабара махеда. Глусумо джемахато крем блешигидия. Лосугуджу менегея. Аллилуйя, аллилуйя. Благословение на этих людей во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Вся слава Тебе, мой Иисус. Аллилуйя. Хочешь ли ты быть в армии победителей? Аллилуйя.